путей дорог, и уходит поезд на восток. Светлые года будем мы всегда вспоминать. Много впереди хороших встреч, но мы будем помнить и беречь. Познакомившись с этой выставкой, мы не только лишний раз сможем осмыслить, понять особенности творческого процесса, связанного с созданием очень интересных вещей, но и окунуться в какой-то степени в ту эпоху конца 80-х, начала 90-х годов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем необычную экспозицию. Выставка эскизов женской и детской одежды. Это тоже в определенном смысле история, так как мода изменчива, а отраженный здесь рубеж 80-х, 90-х годов. Прошлого столетия мы хорошо помним, был не только эпохой судьбоносных политических, социально-экономических, но и в какой-то степени культурной, скажем так, революции. Это было время экспериментов, поиска, смелых решений. Мода все вот это вот выражала. Это действительно коллекция, которая показывает путь от источника вдохновения к созданию эскиза костюма. А источником вдохновения может служить вообще все, что угодно. Все, что вас окружает вокруг, живое, неживое, как у меня здесь представлены цветы, архитектура, сам человек с его внутренним миром, настроение самого человека, природа и многие живые существа. Это мода, да, она ведь не складывается так внезапно. Вот спустилась нам как дирижабль, да, из инструкции, типа, вот у нас такая мода, а больше ничего. Это есть совокупность самых разных факторов. Совокупность вкуса, совокупность исторических тенденций, совокупность семейного воспитания, замечу, что очень важно, понимаете? Совокупность каких-то веяний самых разных сторон, телевидений, радиовещаний, медиаконтентов самых разных. Вот это и есть мода. То, что вы сегодня здесь увидите, обратите на это внимание. Как одевали детей? В каких цветовых гаммах? В какие интересные были, скажем так, особенности фасонов, да? А ведь это все и есть совокупность той самой моды, которую вы видите вот сегодня хотя бы даже в этом историческом срезе. Дело в том, что чтобы рисовать костюмы, надо знать пропорции. А пропорции – это отношение частей. И вот на некоторых планшетах представлены даже такие методические разработки по пропорциям. У детей одни пропорции, у взрослых другие, там есть отношения определенные. И мне кажется, что изучая эту выставку, в том числе можно и посмотреть то, на чем основывался дизайнер, художник при создании этих прекрасных работ. Мне хочется, чтобы эта выставка была полезна для вас, полезна для студентов разных факультетов, потому что здесь можно посмотреть и историю костюма, и методику работы с рисунком, методику работы с фигурой человека. Поэтому пусть эта выставка будет полезной и работает для нас и во благо нашего обучения в год педагога и наставника. Дорогие студенты, коллеги, гости, я очень рад, что вы сегодня собрались здесь. Пусть эта выставка принесет всем, кто приходит вот в этот замечательный атриум, хорошие эмоции.